После попытки выезда на Урале возле Сталевара были подбиты. Мы мысли были до дома попасть. Большинство боялось, что при сдаче в плен его убьют. Думал, что сразу там убьют, будут питать. Оказали мне свою помощь. Глупый, дурному президенту ты все. Дурна голова. Представители оперативно-боевого тактического формирования Донецкой Народной Республики взяли в плен 42 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которые в Мариуполе пытались выйти из окружения и совершить бросок в северном направлении. С полуночи 11 апреля подразделениями ОБТФ Донецкой Народной Республики была выявлена подготовка прорыва военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Силами сводной группировки ОБТФ ДНР и ВСРФ попытка прорыва была пресечена. Украинская колонна, намеревавшаяся выдвинуться из Мариуполя в направлении Донецка, была перехвачена на начале следования. В результате боестолкновения было уничтожено 22 единицы техники, включая машину управления артиллерией и 3 САУ 2С1 «Гвоздика» с полными боекомплектами, а также более 70 военнослужащих ВСУ. Бойцы ОБТФ взяли в плен 42 украинских морпеха, которые рассказали, что попытка выхода из окружения была спонтанной и плохо подготовленной. Свои планы командование сообщило подчиненным за полтора часа до условленного времени. За планом командира бригады мав бути вихід, прорив. Куди ми їхали, ми не знали, ми просто слідували дорогою за колоною друг за другом. Прорив був взагалі абсолютно непідготовлений, спонтанний і безсмисленний. Сколько я знаю, нам начальство не говорило на то, что нам давали время сдаться. Прорыв уже был бестолковый. Как минимум 2 или 3 кольца было вокруг нас, вокруг завода. Это просто послали нас на смерть. Почти весь батальон полег. Мы просто чудом здесь выжили. По словам морпехов, на прорыв их толкнула сложившаяся в бригаде критическая ситуация. Закончилась БК, закончилась еда, закончилось все. Не было чем обороняться. Да заканчивалось он уже все. Еда, вода, боеприпасы. Настроение было такое, что просто хотели выйти и выжить. Чувствуем, что мы, ну, что... Трохи разочарования, трохи горечи. По замыслу командиров, передовая группа должна была расчистить дорогу для основной колонны и при необходимости отлично себя силы ОБТФ, ВСРФ и ОНМ. Пару козаків були, пару танків, автомобільна техніка легкова, Урали, МАЗи, КРАЗи, гусянична техніка і остальне все. Бойцы ОБТФ Донецкой Народной Республики заблаговременно предугадали намерения противника, и когда головной дозор колонны был сформирован, при содействии ВСРФ ликвидировали его. Ехали сначала в колонне, потом колонну как бы немного разбили, потом решили своим ходом. Ну и дошли. Оказали мне низкую помощь.